связи с проведением чемпионата и первенства Самарской области по велоспорту 15 июня с 8 часов утра до 16 часов ограничить движение транспорта у стадиона «Самара-Арена», сообщает в своем телеграм-канале городской Дептранс. Ограничение движения будет действовать по улице «Арена-2018» от проезда номер 8 до поворота на проезд, ведущий к улице Малый Сорокин-Хутор, а также по проезду номер 2 и по улице Дальней от улицы «Арена-2018» на участке протяженностью 500 метров. В эти выходные в детском лагере «Волжский Артек» состоялся долгожданный родительский день. В его программу входили детский концерт и выставка работ творческих мастерских. Информирует в своем телеграм-канале Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки. В первую смену здесь собрались яркие и талантливые отдыхающие. Певцы, музыканты, заводные танцоры и актеры, юные спортсмены. Родители смогли познакомиться с успехами и достижениями детей за небольшой промежуток времени. В телеграм-канале Кировского района сообщают, что в Самаре на добровольной основе за вознаграждение проводится прием у населения незаконно хранящихся оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывных устройств и взрывчатых веществ. Граждане, добровольно сдавшие предметы вооружения, освобождаются от уголовной ответственности. Размер вознаграждения определяется по результатам осмотра технического состояния предмета вооружения. Жители Самарского района приглашают принять участие в опросах на платформе обратной связи «Госуслуги решаем вместе». В настоящий момент доступны опросы по следующим темам. Планируете ли вы ревакцинироваться в ближайшее время и знаете ли вы, когда можно сделать ревакцинацию? Опросы доступны по опубликованным ссылкам в телеграм-канале Самарского внутригородского района.